чего все дошло, да? Я могу раскрыть свой секрет только тебе. Их нарисовала я. Все эти большие глаза мои. Но об этом знаешь только ты одна. Пойдем выпьем по чашечке эспрессо. Я крепко и не пью. Боже, как много ты еще не знаешь. Как тебя зовут? Маргарет. Не хотите познакомиться с теми девушками? Нет, мне понравилась ты, Маргарет. Ух ты, а ты времени не теряла. Я разведена с ребенком. Уолтер — подарок судьбы. Вам непременно понравится. А почему глаза такие большие? Глаза — зеркало души. Вот почему они такие большие. Я всегда так делаю. Зачем ты врешь? К сожалению, публика не покупает женские картины. Подписано Кин. Я Кин. И ты Кин. Улыбочку. Их покупают. Публика обожает мои большие глаза. Сначала он продавал картины, потом их фотографии, а теперь открытки с фотографиями этих картин. Господи, это же тренд. Ты счастлива? Не верю, что это все мое. Я помню, как мама это рисовала. Ты ошиблась. Это я написал. Что вас тревожит? Я лгу своему ребенку. Это же неправильно. А ваш муж? Эти картины — часть меня. Я могла бы поставить свою подпись. Не надо путать людей. Кин, это ведь я. Ты хочешь потерять все? Откроется правда, и все рухнет. Так тому и быть. Это похоже на мираж. Издалека ты как будто художник, а вблизи пустое место. Это немыслимо! Мама! Она сошла с ума.